Что вам от меня нужно? Деньги? Ты думаешь, все это из-за денег? Тогда я ничего не понимаю. Твой отец очень важный человек. Он обычный бизнесмен. Для всех остальных да, но не для нас. Мы знаем о нем все. И чего мы не знаем? У него список внедренных агентов. И мы переловим всех этих крыс. А ты его самое слабое место. Кто вы такие? Нас называют радикалами. Экстремисты. Наша цель – идеальное государство. И мы добьемся этого. Как Сирия, Ирак, Афганистан? Мы в шаге от победы. А после мы приедем сюда. Как же миллионы безвинных жертв, сотни тысяч детей? Ты желаешь такого своим? За кого вы воюете? За мать, за отца, за родину? Ведь они все умрут. Это твое идеальное государство? Да что ты знаешь, неверующая? Мы все равно не дадим вам разрушить наш мир. Да что ты можешь? Ты одна, и тебя никто не спасет.